Здорово, с вами я, Жека, и сегодня мы вместе с моим подручным ученым Игорем снова возвращаемся в рубрику «Прятки с муравьями в Майнкрафте». Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Игорь, я ученый, сегодня буду муравьем прятаться везде, где только можно. Ребята, эта серия выходит только благодаря вам, я даже не знаю, какая это по счету серия, но она выходит только благодаря вам, потому что вы поставили очень много лайков, поэтому если вы хотите видеть еще серии муравьев на наших каналах, то ставьте и под этим видео тоже очень много лайков, и тогда новое видео сразу же выйдет. Под моим тоже ставьте, да, потому да, что да, мы да, оба ученые. Да. Ну, короче, мы погнали. Все, мы будем уменьшаться, превращаться в муравьев, потому что мы ученые, видите, на двери такие, оху. Пойдем, Игорь, срочно пойдем, быстрее, за мной, беги, быстрее сюда. А как же камень, нужен тебе бумага? Да подожди, вначале нужно подойти, будем прятаться. Ну ладно, ладно, у нас тут такая замечательная лестница, это строил какой-то супер дизайнер, видимо, короче. А тут вот, посмотрите, видите череп, он квадрат. А где эта штука, подожди? А где эта штука, на которой... Та же самая штука. Ты задрал! О, нет! Он умирает! Нет, он до сих пор умирает! Игорь! Искусственное дыхание! Игорь! Рот в рот! Ты дебил! Давай, короче, разыграем. Подожди, на камеру, бумага, ты сломал тут, первый, нужно поставить обратно. А потому что не надо тут пикалки свои вот эти вот включать, которые вот, пищат. Вот так вот ставим. Короче, все, давай. Давай, камень, ножницы, бумага, раз, два, три. У меня ножницы. У меня тоже, у меня два пальца, понял? Давай еще раз. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. У меня камень. А у меня бумага. Ладно, все, я пошел. Ну, короче, можешь меня искать. Все, я влетаю, открываю двери, лабораторные двери открываю, просто залетаю. Шнеля, ты в человеке, я понял, нет. Кулеру и находить меня в кулере. Отвечаю, я прям в кулере, конечно. Я тебя, кажется, видел, подожди. Как ты меня мог видеть, если я в кулере? Подожди, мне показалось, я где-то... Мне кажется, ты все-таки что-то принимаешь, да? Подожди, мне... Я говорил не пить эти таблетки. Какие? Говорит, у меня болит голова, какие-то новые таблетки. Охренеть, тут, конечно, мест для пряток. Конечно, я же тебе сразу сказал, где я спрятался. Конечно, в кулере. Ты меня... Кулер — это лучшее место. Так может, реально в кулере, подожди, сейчас... А может быть, я реально в кулере? Я тебя точно где-то здесь видел. Может быть, ты дурак? А ну, это, выходи. Может, ты в глобусе? Так, я тебе хочу, честно говоря, сказать, вот это, по-моему, самый лучший момент в этой всей рубрике. В смысле? Ну, в прямом. Ты вот, короче, очень долго меня рассматривал, но так и не нашел. Ты, то есть, где-то реально здесь находишься? Где? Где-то вот здесь? Ну, я в лаборатории. Да что ты говоришь? Может быть здесь? Я вообще тебе изначально сказал, что я в кулере. А может ты в Твиттере? Мне что, я какие-то поводы мне не доверять давал себе, что я в кулере или что? Я тебя не вижу в кулере, тебя нет в кулере. А ты внимательно посмотри. О, ты видишь краники в кулере? Ах ты ж падла! А ты думал, что я не в кулере? Я в кулере. Охренеть, да тебя тут не заметить! Это просто капец! Ты реально был в кулере? Кулер. Это твоя многоготовочка, я понял. Ладно, свали, я сейчас так спрячусь. Говнюк. Так, я нашел одно очень классное место. Только не говори, что это кулер. Ну нет, это не кулер. Это лаборатория. Значит, кулер, я понял. Я спрятался, можешь заходить. Ты в кулере, да? Да, естественно. 100% Жека в кулере. Смотрите, он сейчас будет считать, что он слишком хитрый и спрятался тоже в кулере. 100%. Так, смотрим за краником его. За краником в кулере. Не, ну он не настолько умный, чтобы прятаться там же, где я прятался, понимаете? Поэтому он в кулере, но с другой стороны. Почему ты молчишь вообще? Так. Ты серьезно, ты в кулере? А ты в кулере, он в кулере. А тебя точно не видно было, посмотрел за краниками, ты типа... Да, ты тоже так же стоял, поэтому тебя не было видно, когда ты вот так вышел, тебя стало видно, понимаешь? Я понял ты, я тебя не просто так не увидел. Я думал, меня видно, ну ладно, хорошо. Я тебе отомстил. Спрятался в кулере? Да, все, давай, иди прячься. Все, по-нормальному, без кулеров, сломай его нахрен. Хорошо, я все-таки спрячусь, пожалуй, в кулере. Ну, да, короче, можешь заходить. Опа, влетаю. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пау. Да, доска. Да, доска, на ней есть мелок. Опять не верит мне в том, что я спрятался в кулере, да? Да хватит, я бы сейчас сломаю все.
Ну ладно, я был не в кулере, но ты сломал кулер, поэтому теперь плати деньги. Давай деньги на еду. Ненавижу от кулера. Давай деньги на еду. Так. Да, давай, ищи меня, ищи. Да что такое? Это телескоп, но я не в телескоп. Но я тебе хочу сказать, я прям тебя очень близко вижу. А тебя вижу! Привет! Привет! Вот я, привет! Так, ну, в общем-то, теперь я пошел. Давай. Слушай, я тут нашел просто очень классное место. Очень классное место, мне кажется, что оно великолепно. То есть я готов прям залетать, да? Да! Короче, я залетаю в лабораторию, одеваю бахилы. Давай. Конфеты. Конфеты. 100% с этой своей сраной пикалки спрятался и вот сидит там. Да. В смысле, да. Я ему как-то ты слишком правдоподобно сказал, да. Типа, как ты хотел, типа, сказать, нет, ну, типа, сказал, да, и, короче, ты в ней. Да. Пик. В ребрах, что ли? Пик. Так, хорошо, я хотя бы близко? Да, очень близко. Серьезно? Нет. Ты говно. Так, все-таки вот эти пикалки. Нет, все-таки он не в ребрах. И в ребрах! Он в ребрах! Посмотрите на него! Вон он стоит! В ребрах! Привет! У меня чуть сердце не остановилось, и так долго стоял, смотрел на эти ребра, и почему ты меня не видел? Не было видно, вот, кстати, вот когда вот так вот видишь, когда ты прям самих ребрах не видно. Так что все, давай, теперь я. Я ж прятальщик! Да? Я ж прятальщик! А я нет. Я ж прятальщик. И что теперь? Что ты будешь даже выпендриваться, да? Спрятался он. Я ж прятальщик. Игорь, реанимируй, реанимируй! Нахрена ты её опять запустил? Игорь, живи, пожалуйста, только не умирай, Игорь! Бедный Игорь сдох. Так, ну ты точно в кресле. Я не сдох, меня убило. Ты еще как кресло? Не, я не в кресле, хорошо. Ты не в кресле, хорошо. Может, ты в дефибрилляторе? Это был сейчас какой-то типа подсказка какая-то? Нет, я просто решил песни попеть. А, тут два еще дефибриллятора. Подожди-ка, может, ты на лампе? Я вижу тут рентген члена, вижу. А, то есть ты в баллоне где-то, да? Ничего не могу понять, что... На барсе, нет. Танцом. Ты можешь как-то... Ну, хотя, если хотя бы поешь, то хотя бы с подсказками как-то боя, то непонятно вообще нифига. Что песни про огонь какие есть? А, то есть ты где-то все-таки... Да, в смысле, тут нет огня. Ну, вот я вижу баллоны, да? Что? Ты в баллонах, я тебя просто вижу? Ну, ты дурак, что ли? У тебя частицы включены вообще? Ага, прикинь. Ты включил. Вот тут есть огонь. Ты где-то здесь, то есть? Где ты? Я только здесь вижу огонь. Ну ладно, может быть где-нибудь еще, может ты хорошо подумаешь. Вижу! А у меня частицы не были включены, я так-то... Так это еще лучше меня видно было, прям на подставке такой стоял тогда вообще. Я даже не знал, куда надо смотреть. Ладно, все, я тупой, я понял. Все, уходи отсюда. Я нашел такое классное место, просто замечательное место. Детка, ты любишь... Я готов, Игорь! Очень рваные женщины. Игорь! Что? Можешь идти, да. На Сузуки сейчас залечу просто. Давай. Так, классное место. Да, очень классное место. Значит, так. Проверяем места следующим образом. Так, не упал. Так. Ну ты 100% в каких-то банках, склянках спрятался, типа, тебя тут вообще невозможно быть. Мне кажется, я видел движение. Ты видел движение? Да, я на самом деле двигаюсь, я прям прыгаю даже. Я бегаю. Дурак, что ли? Я тебе реально говорю, я бегаю. Так, я не понимаю, давай песню пой. Которая... Нас не догонят. Не, подожди. Короче, как там это? Лаборатория. На 7-м этаже. Это как 6-й, только на 1 повыше. Ты вы поняли, да, кто гуфа слушает? Это, в общем-то, подожди, ты на лампочке. Нет, ты давай, ты включи логику. Ты на лампочке. Лаборатория, это 7-й этаж. А снизу, к 6-й, это как 7-й, только на 1 пониже. Так, ты на доске, потому что 2 плюс 2 равно рыба. Нет.
3. Да падла, но тут цифры только. То, где ты сейчас находишься, там, где ты сейчас находишься, это 7-й этаж. Ты что, где-то в лобби спрятал? Это нельзя так, ты на лестнице где-то, ничего не понимаю. Ты на лестнице, хавно! Привет! Ты так по мне потоптался, когда прошел. Ребятушки, не забывайте ставить ваши лайкусики, да, Игорь? Да, чем больше лайков вы соберете, тем лучше, тем быстрее. А если вы лайки не поставите, то мы придем к вам ночью и засунем вам каменный меч вот этого чувака. Вам. Не, я таким, честное слово, не занимаюсь, это все к Жеке. Перебор, да, уже, ладно, все, перешел. Короче, ребят, просто ставьте лайкосы на моей серии, если смотрите у меня, переходите на серию Жеки, и там ставьте лайки, смотрите. А если вы смотрите Жекину, то переходите ко мне. Вы, короче, поняли, да? Да, а еще не забывайте подписываться на наши каналы и тыкать на колокольчики, чтобы не пропускать новые серии муравьев и других видосов. Да, и в Инстаграме подписывайтесь. И добавьте нас в друзья в контакт. Ты так стеснительно говоришь, каждый раз такой, типа... Потому что мне мало подписывайтесь. Добавьте нас в контакте. Галочку, мне не дают галочку. Реально, добавьте мне в контакте уже, друзья, а то заколебал он меня. Без галочки, понимаете? Меня Соболев без галочки не добавляет. Все, ребята, всем пока. Всем пока.